К Шерлоку Холмсу пришел посетитель в потрёпанном пиджаке, в мятом цилиндре, рубашка такая вся поношенная, и попросил о помощи. Но Холмс ему отказал. Посетитель ушел, а Ватсон набросился на детектива и спрашивает: «Холмс, почему вы ему отказали? Ведь вы всегда помогали бедным». «Он не был бедным». «Откуда вы знаете?» «В его кошельке лежало 123 фунта и 15 пенсов». «Откуда вы знаете?» «Ну, давайте вместе пересчитаем».